самом деле, ребят, что бы ты ни делал в жизни, каким бы целям ты ни шел, никто этого не оценит. Знаете почему? Потому что все судят по картинке, по возможным деньгам или, может быть, по аудитории. Никто не видит того, как вы здесь работаете, потому что я, например, сейчас 11:30. Когда вы приходите сюда в зал, в обеденное время люди заняты собой. Люди сидят в этих, сука, гребаных телефонах, и они не могут даже голову поднять. О какой фигуре, о какой уверенности они вообще говорят. Поэтому, ребят, не соотносите путь с чужими победами или с поражениями. Не обращайте внимания на тех, кто приходит в зал в хорошей форме или в плохой. Ваша задача – делать свое дело. Потому что если ты не будешь делать свое дело, будешь обращать внимание на всяких ушлепках, тебя жизнь заставит сидеть на коленях всегда. А не только тогда, когда ты устал между подходом. А нахер это? Пусть жизнь сама сидит на коленях.